Здравствуйте, подписчики канала. Мне поступил вопрос, как я произвожу естественную сушку грибов. Вот, я посчитал, что кому-то это будет полезно. И сейчас я подробно расскажу, но тут будет касаться не только сушки грибов, но и сушки фруктов и овощей. Значит, вот это вот перед вами отсек из сушильного аппарата. Я обычно начал я с использования их. Там, значит, я купил сушильный аппарат. Там было 5 вот таких отсеков. Тут вот такие мелкие-мелкие ячейки. Вот, это очень удобно. То есть тут поддув воздуха идет одновременно и никуда не денется продукция наша. Вот, но со временем я стал использовать, в основном я эти отсеки использую, сам сушильный аппарат, он у меня стоит, я его использую только во влажную погоду, в сырую, когда невозможно никакую сушку осуществить. Вот, я его немножко, так сказать, доработал, вот видите, у меня тут проволоку я тут завязал, тут с двух сторон. Это для того, чтобы цеплять на веревке. Вот, для того, чтобы был поток воздуха поступал. Значит, я вам, как я это делаю, я вам покажу, потому что, значит, у меня среда городская, и я живу в многоэтажном доме, поэтому вы, кто-то, если живет, может это все увидеть. Ну, не обязательно многоэтажки, это и для частных домов пойдет, потому что поступление воздуха, это тут очень важно, тем более, когда есть какой-то ветер, тогда сушка происходит очень быстро. Но со временем мне перестало хватать вот это вот, и я стал использовать вот такие вот ящички. Тоже тут выбирается мелкое деление, чтобы было в ящиках, не крупное, для того, чтобы не провалились грибы. Вот. И тут еще как раз боковые, для того, чтобы оно продувалось. И, соответственно, я тоже тут делаю крепление. И тогда оно у меня, ящики эти работают. Единственное, что тут доработало, то есть я вот эту вот лишнюю поверхность просто-напросто обрезал. Вот, и сделал покороче. Ну, сейчас я вас выведу на лоджию, покажу, как это все работает. Мы с вами вышли на лоджию, видите, 9-этажный дом, вот, и тут 4-й этаж, скажем так. И вот я вчера положил, это у меня сушатся кабачки, вчера вечером положил, они уже уменьшились в размерах, но тут я использовал большой ящик, просто его наложил конкретно на вот эту металлическую конструкцию. Вот, а так вот натянутые получаются веревки, они туго натянуты, и к ним можно крепить. Вот смотрите, я просто-напросто закрепил, вот проволочкой взял в двух местах. Это яблоки сушатся, причем они сушатся очень быстро за счет того, что идет поддув воздуха. Вот, и вот там дальше тоже взял, выставил такую же штуку. Вот. Вот таким образом я, значит, сушу грибы. Но я вчера, позавчера не ходил за грибами, поэтому у меня сейчас на сушке ничего не лежит. Вот. Погода жаркая и такой небольшой ветер, поэтому надо этим пользоваться. Вот такой вот, скажем так, лайфхак, как его принято сейчас называть.